большинство хороших. Так, забань спамера, в чем проблема? Не чат, а помойка, и у Сильвера также точка вам актив дорожить фуниной. Бля, ну при чем здесь актив, ну типа, блять, как бы понимаешь, бани за то, бля, что они как бы правы. Серега, нагони модеров, пусть чат почистит, а то и банов. Как бы, ну по факту-то они правы, и банить за то, что они правы, это супер неправильно, я считаю. Как бы, ну, тут надо понять, что вопрос времени. Ну, не будут же они спамить, блядь, каждый день до тех пор, пока я реально 70 килограмм не стану весить. Ну, это вообще будет тогда жесткое наказание. Надеюсь, что они сейчас поспамят и устанут. Да, ребят, хватит спамить, пожалуйста. Одной пастой. Давайте какую-нибудь другую запустим там, не знаю, любую другую. А? Не, я понял, я больше просто не буду ничего обещать, как бы. Как говорится, лучше доказывать делами, правильно? То есть лучше один раз сделать, чем много раз об этом пиздеть. Я понял, ребят, я все понял, я осознал, больше такого не будет. Бля, ребят! Ну прекращайте спамить, реально, что вы как эти? Подумаешь, сказал и сказал, ну... Такое ощущение, что вообще на стриме ничего сказать нельзя, блядь. Все потом... Если не выполнишь, блядь, потом заебут просто. Там кто-то идет драться. Блядь, сейчас всем бан дам, нахуй! Вы заебали меня, нахуй, спамить, блядь, уже! Сука, блядь! Долбоёбы, блядь!